В канун Нового года в селе Кюбцы Усть-Майского района открылся фельдшерско-акушерский пункт. Местные жители ждали этого события не один год. Как организована работа в новом медучреждении, смотрите в нашем следующем сюжете. В селе Кюбцы Усть-Майского района состоялось торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. В открытии принял участие министр здравоохранения Хлопков Михаил Егорович. В сельском культурно-спортивном центре силами жителей и молодежи гостям была представлена культурная часть мероприятия, в котором прозвучали различные песни и танцевальные номера. Пока вот это единственный объект. В последующем мы больше будем вкладываться в капитальный ремонт вашей центральной районной больницы. И потом, в последующем, возможно, если будет закупка модульных ФАПов, то мы будем каким-то образом рассматривать вариант именно модульных ФАПов в ваших селах. Можно представить себе, с каким нетерпением селяне ждали этого события. Необходимость доврачебного звена здравоохранения в сельской местности проверена жизнью. ФАПы, как правило, располагаются наиболее удаленных от центральной районной больницы населенных пунктах, делая медицинскую помощь для их жителей более доступной и давно стали настоящими форпостами центральных районных больниц, оказывая первую доврачебную помощь селянам и проводя широкую санитарно-противоэпидемическую работу. Мы очень долго ждали строительства новой больницы нашего села, потому что наше старое здание было в аварийном состоянии, и там практически нормально работать невозможно было. Надо отметить, что строительство ФАПов как медицинских объектов шаговой доступности в нашей республике стало одним из главных отличительных признаков и практических результатов в 2015-2016 годах. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.